заканчивается время, и мы нужно делать третий пик, и он... Это рандом или нет? Не знаю. Рандом. А там пишется? Вроде должно писаться, насколько я знаю. Вич-доктор, еще один хил. Да, это очень хороший саппорт. У Virtus.pro уже четко продумано, что они собираются брать, а у Глоблока реально... Ну, пока что это усиление глобальной страты, но... Если они сейчас не возьмут Спектру, то Спектру забанят. Да, я думаю, что Спектра это уже слишком жадно против такого пика. Ну да, у них будет глобальная страта, но к ним просто придут на какой-нибудь 20-й минуте, пока у Спектры еще нету Радианса и нету вообще ничего. Она может и просто без сломают Радианса, все. Она будет играть с барабанами Урной, она уже будет неплоха, по сути. Ну посмотрим. Урса Вориор появляется для Иллидана. Окей. Окей, Урса с виспом. Неплохо. Ну, против того же Бестмастера в перспективе может появиться Аганим, и Урсе будет попроще. И ультимейт хорош против Омнислэша. Ну, конечно, нужно еще и БКБ обязательно покупать здесь против Инвокера. Но Урса это не такой жадный вариант, это более агрессивный кэрри. Вопрос остается, кто будет вторым саппортом, пока что этого не ясно. И неплохо бы... Ну, с другой стороны, есть чем отпушивать. Там Фурион кидает какую-нибудь ульту, Зевс своей первой кидает. Но неплохо было бы взять еще какого-нибудь саппорта, который помешал бы пушить. Либо еще Ancient более агрессивно. Operation может здесь появиться, но пока в бан аппарат отправляется Бейн. Но аппарат неплохо. Джиггернаут хил, Вич-доктор хил. Ну вот сильного саппорта забанили. Может, Virtus.pro вообще пойдут в какую-то агрессивную линию. Вич-доктор, Джиггернаут плюс один. Виверну вот забанили, да. И может что-то жадное, типа Энигмы с Мекой? А может быть и так. То есть Virtus.pro, ну здесь, конечно, масса вариантов у них. Все зависит от того, как они хотят играть. Они хотят все-таки пофармить Джиггернаутом на изи. Дум появляется ластпиком. Да, это немножко жадность пошла. Ну это, подожди, это Doom Support, четвертая позиция. Он может, наоборот, быстро съесть собаку или сатиры и отправляться со всей командой. Да. Потому что так Кура играет. Он же в ликвидах постоянно берет на третьем уровне, выходит и начинает гонять какого-то мидера с сатиром или еще что-то подобное. Ну, скажем так, это все-таки не самый жадный герой, тем более, что как им играют сейчас. Но, с другой стороны, он, ну, можно было что-то еще более агрессивное взять. Doom. Doom выбор неплохой. Можно кинуть на Зевса, он не будет кастовать. Можно на Урсу здесь кинуть. Леон. Да, на Урсу можно кинуть. Она там не сможет как-то пользоваться предметами, не сможет себя бафать. Леончик от команды Team Spirit. Хоть что-то на контроль, хоть что-то, чтобы цеплять соперника. Ну, честно, пока что пик Virtus.pro смотрится в разы опаснее. Они давят в начале, прям с самого начала игры. У них очень сильный пуш, и отбиваться спиритом будет непросто. Ну, посмотрим. Да, ну что, переходим ко второй карте, дорогие друзья. Напоминаем, что это очень важная битва для Virtus.pro. Для Team Spirit это просто карта престижа. Она ничего не дает, победят они или проиграют. Ничего не изменится по турнирной таблице. Ну, а ВП обязательно выигрывать. Что ж, давайте по составам. Team Spirit. Гоблок будет играть на Леоне. Иллидан, Зевс, Айсберг, Урса, Always Wanna Fly, Висп и Фаник на своем сигнатурном Фурионе. Да, ну и Вега. ФНГ будет играть на Бестмастере. Йоку на Джиггернауте, Год на Инвокере, Алоха на Думе и Ноуфир на Вич-докторе. Здесь все понятно с позициями, в отличие от команды Спирит, где Иллидан играет на Зевсе. Это что-то с чем-то, по-моему, сейчас. Ну, Иллидан же периодически выходит в мид. Раз в пару месяцев у него просыпается желание сходить в мидлейн, и он его реализовывает. Ну. Да, и раз в несколько лет просыпается желание сыграть на Зевсе. И когда эти две планеты сходятся, становятся в один ряд, то да, это мы видим Иллидана на Зевсе. Я, честно говоря, не помню, чтобы он играл на таких персонажах, но посмотрим, что покажет нам Илья. Линия у него не самая простая против Экзортового Инвокера. Здесь, я думаю, год против Иллидана на миде. Ого! Я бы, да, полгода назад услышав эту фразу, я бы очень сильно удивился, но сейчас действительно так и есть. Ставится вард, знают о том, что он здесь стоит. Демонстративно подошел Вич-доктор с вардом. Ну, сейчас могут разблочить, что немножко осложнит Инвокеру задачу. Не сможет он так жестко напрягать Зевса. Поехали. Ну что ж, блочит у нас тут год. Ильдан тоже неплохо заблочил. Довольно-таки ровно все. На других линиях пока что никаких контактов нету.
Пеньки не успели дойти, если не ошибаюсь. Пойдут ли каски? Пошли каски, отлетают в пеньков, их начинают разминать. Ну, Фир пытается всячески вернуть лейн на место. Но трудно, конечно, это делать. Подходит этот Фурион, дал две тычки. Ну, Фанник пытается отвести крипов. Еще будет ли тычка? Ой, его зажимают. Его зажимают, Джиггернаут, но правда у Фуриона есть сапог, и Джиггернаут уже много крипов собрал сюда, но Фира не пускают на хайграунд, Фаник просто идет, тынает своих пенечков. Да, пока что это самая яркая борьба. На другой линии, на линии нижней, здесь у нас Флай тычкуется с ФНГ, и ФНГ, ну, явно посильнее у него герой, но, тем не менее, задача Флая просто повыбывает регенку. Фаник далеко, с ноуфиром прожимается Фьюри, неужто Фаник здесь погибнет, не отобрал дистанцию? Не получается у Йоку его добить, все-таки Йоку без сапога. Да, еле живой ноуфир под Тангусом, придется сейчас качать Хилинг Вард, скорее всего, чтобы здесь хоть как-то устоять, потому что Фаник сурки разминает очень сильно. Вроде Фурион, вроде с сапогом, больше никаких айтемов нет, но вот эта ранжовая тычка, она очень сильно метелит пацанов. Да, тут просто посмотри, как Вич-Доктор страдает, он там от пеньков еле отбивается, выходит еще два, хотя брался Вич-Доктор именно для того, чтобы этих пеньков контрить, но Фаник здесь переигрывает пока что. Дабл овер Virtus Pro. Очень хорошее начало. И сбивает с Clarity. Фаника в ближайшее время новых пеньков не будет. Должен сейчас покупать когти. Покупает когти. Скоро появятся фейзы. С фейзами здесь намного проще станет стояться, потому что большой мув спид. Ну, можно будет от Джиггернаута убегать, можно будет тычковать еще больнее. Сейчас Алоха пытается в спину Фанику выйти. Не знает он местоположение Алохи. Йоку сейчас должен даже немного подбайтить. Чего ждет Алоха? Почему он не идет? Ну, Алоха странно, с дабл дэмэджем, с землей можно было и попробовать на самом деле. Ну да, сейчас Фаник в итоге телепортируется домой, приходит с полной маной, очень жестко размял, тут осталось два тангуса у Йоку и Манга. Сейчас поставить Хилинг Вард. Да, но у Ноуфира как бы тоже Clarity выпил, у него пустой инвентарь. Фаник здесь все выбил из своих оппонентов, и еще пеньков вызывает, и еще пошел. А Алоха что делает? Алоха пока просто фармит, он уходит обратно в лес, супер жадная игра от него. Решают не разминать нигде спиритов на линиях. Ну, не знаю, Дум здесь мог хотя бы на нижнюю линию прийти, там, с вестом пободаться. Но теперь снизу уже... Хотя да, тут еще Фаник. Будут ли каски? Пошло Фьюри, летают каски. Фаник сделать бы тэп-аут. Он пытается просто дотыкать ноуфира. Дотыкал First Blood в исполнении Флая. Слушай, а тут и Йоку можно забрать на самом деле. Спруты через секунду будут, но там есть топорик. Можно только поставить как-то вот так, да, наперед. И Йоку подразмяли, ну все. Сам себя заблочил в итоге Фаник. Но на самом деле все равно очень хорошо. ФНГ, подкоп, минус. Да, и снизу делают фраг. 2-0. На нижней линии даже без виспа разбираются. На верхней линии убивают, забирают First Blood. Иллидан в миде, 14 крипов, 19-6 у инвокера. Иллидан стоит неплохо. Ну тут нужно срочно что-то предпринимать Думу, иначе его команда так сейчас просядет. Да, у Дума тем временем всего 5 крипов. Вот эти 4 минуты в лесу, я не уверен, что они окупаются. А Лоша тут, конечно, фармит что-то, пытается добивать крипчиков. Есть у него сатир сейчас. Погорел немного. Ну да, ему надо менять стиль игры. Что прилетает? Прилетает транквилы. Окей. Регенится он теперь чуть быстрее. Отпивается Clarity. И будет выдвигаться, наверное, на топ. Хотя здесь Фаник уже слишком силен. У него хватает на фейзы. Пока просто не покупает. Продолжает разминать Йоку. Ну, Йок сейчас так крипов не сможет добивать. У него Хильнвар в кулдауне. Вич-доктор тут тоже еле живой. Выход. Выход Бестмастера. Точнее, Леона выход в мид. И Бестмастер... Ну, загулял здесь габлак, на самом деле. Не знаю, почему он обходил один. В итоге, кто ему должен был вообще помочь? Зевс подойти? Ну, может быть, конечно. И в итоге Алох такой, ну все, я ганг сделал. Там. Я в лес. Я в лес, да. Вышел, в мид кинул просто эту волну. Забавно. Да, и возвращается. Ну, хотя здесь большая заслуга, конечно, именно ФНГ, то, что он перетянулся. Опять оставили у нас Айсберга в одиночестве. Ну, точнее, в прошлой игре у нас оставляли Иллидана, он там фармил. Здесь у нас оставили Айсберга. И продолжает фармить у нас на всех линиях. И Зевс хорош, и Фурион хорош. Уже Джиггернауту становится тяжело. Пошла ульта у Фуриона, появилась вернее. Ну, и может пойти в скором времени, на самом деле. Пошел ульт Фуриона. Или нет? Вру. Это он пеньков еще пенечка, один пак да. вызвал. Звук очень похож. Что тут у нас у Ильи? У Ильи аркан ботиночки. Пятый левел. Скоро шестой будет. Вот так вот у нас оффлейнер получил раньше мидера шестой левел. Но все-таки Зевс немножко
отзонивал его инвокер периодически, судя по всему. И приходилось тяжеловато. Фармят, начинают уже нейтральных крипов, Фаник со своими пенечками. В этот момент Ноуфир забирает, но забирает всего лишь навсего маленький спаун. Этого, конечно, очень мало. И да, игра приостановилась немного, конечно. Шестая минута, у нас всего три фрага. Аркан Буцы появляются у Зевса. Он наполняет себе полную ману, чтобы... Ага, еще сейчас, еще руна появится, да. Да, здорово. Ему какой-нибудь реген сейчас был бы идеальным. И это реген. И теперь у него бесконечная мана. Ноуфир. Хватает маны на ультимейт, но Фаник его кастовать не стал. Второй хил. Очень тяжело пробивать второй хил. Даже с фейзами, даже с ультимейтом. Даже если у Зевса есть ультимейт, а он есть. Все равно не пробить. Слишком много. Пошел смоук. Габлак, айсберг, флай. Скорее всего, на Рошана, я так подозреваю. Там здесь висит птица. Ставится вард, видит птичку. Сбивают птичку, но все уже спалили. И нужно отсюда сейчас будет уходить. Неужели останутся? Останутся, а что нет? Айсберг-то фуловый, ультимейт у него есть, под морбит маск. Быстро довольно-таки колотит. Да, подтягивают сюда два кабана. Кабаны. Решают большими силами здесь разобраться. Все команды. Выходит Дум, выходит инвокер. У Дума нет шестого. А куда пошел Алоха? Нет. Алоха сейчас просто лопнет. Лопается Алоха. Зачем так далеко-то в итоге? Какая и жесть. Рошан. Забирают Рошана, забирают Аеги Сурса, забирают еще и Дума. Ну да, сюда либо вообще не стоило идти, либо заходить всем вместе. Конечно, интересно, если бы с Джиггернаутом ворвались одновременно, смогли бы что-то сделать или нет. Но у Джиггернаута, как мы видим, с маной проблемы. И у него на хилинвар только хватило. Этого очень мало. Спириты делают очень хорошую заявку на победу в этой игре. У Урсы Аеги смомщик по старым чертежам. Точнее, по новым чертежам. Уже относительно. Все-таки раньше мом не так часто появлялся на этом. Да, герое. Урса будет быстро сокращать дистанцию. Опять же, тычки будут увесистые. Прогнать ее с лейна ты прогонишь, но она спокойно будет фармить лес. Все это прекрасно сейчас понимают. 700 на руках. Наверняка попытается выфармить сейчас какой-то даггер. Опять же, реализовать, конечно, Аегис хочется, но не обязательно, потому что Фурион фармит. Все фармят, у всех все хорошо. Да, там и Джиггернаут что-то подфармливает. У него пока Пурманшилд, сапог, аквила. У Йоку все не так плохо. Так, Флай приходит на мид, или Дана здесь восстанавливает, или Дану МП. Хоть шестой получить, я думаю. Да, Флаю не помешало бы, чуть-чуть не хватает, ну нет. Там шоу баунти руну забирать. Вот как раз. Почти. Еще пару крипов буквально осталось. На миде, на хосте бежит у нас Урса. На ФНГ сюда же летит Фурион. Фурион врывается. И с ульта Зевс добивает. Хороший килл для Иллидана. Никто не летел делать сейф ТП. Все просто продавали. Залетает еще ульт Фуриона. Неужто пойдут на ёбку? Не пойдут. Просто не дали ему запушить. Вот для Зевса, конечно, очень важно вот так вот подстиливать ультимейтом. Поэтому абсолютно правильно все делает Иллидан. Набирать вначале как можно больше артов. И если появится какой-то быстрый вейл, или что он там будет фармить? Вейл линза, скорее всего. Ну, возможно, с линзы начнет, чтобы ренджа побольше было. Так, сверху айсберг с флаем теперь. Там релокейт уже имеется у виспа, если что. Поэтому они могут залететь куда-то в мидл там. Или на того же ФНГ еще раз за спину ему. Там да. И Габлак с пальцем подтянется. Ну и вот он релокейт, то, о чем я говорил. ФНГ, тут же Фурион, палец, минус ФНГ. Моментально, просто моментально. Сели кабана еще. Вообще, я так подумал, мог просто подойти Леон, дать ульт, если бы была ульта Зевса и Фуриона. Он бы рассыпался, да. Они бы размотали Бестмастера. И Бестмастер на 10-й минуте до сих пор не имеет 6-го левела. Это не говоря уже долго. О каких-то некрочах там или чего-то подобного. Обычно на 12-й минуте уже стараются вынести хотя бы первых. Тут пока этим не пахнет. Айсберг. 1200 на руках. Ничего не покупает по-прежнему. Ни поинт-бустер, ничего подобного. Скорее всего, это будет все-таки даггер. Хотя, возможно, с виспом можно и обойтись. Мы посмотрим. Паник фармит. Есть барабанчики. 450 на руках. Паник уже укрепился. 8-й уровень, кстати, можно открыть нетворс. 10-я минута, топ-1 Урса, следом идет инвокер с мидасом, потом идет Зевс и Фурион. Ну, Зевс довольно близко к инвокеру, то есть не смог здесь сильно оторваться год. Но, в принципе, если сейчас как-то свою игру найдут, ой-ой, как больно Алохе, Алоха, сейчас должна залететь ульта Фуриона. Но она не продамажила на достаточное количество хп, и в итоге Иллидан будет жить. Притягивается сюда висп. Висп отхилит Иллидана, да.
А Думы закрывает Фурион. Здесь находится Йоко. Надо Фанику улетать отсюда. Надо улетать отсюда Фанику. Если чем сбить, нечем сбить. Улетает Фаник. Тут слишком много ТП в мидл. Всех стянули. В итоге Айсберг остается на топе один. Спокойно будет фармить. Ну... Да, тут просто забыли все про Урсу. И на нижней линии два героя. Тогда не стали перетягиваться. Все-таки отменили ТПшки. Видимо. Хотя год не делал ее. Может быть, Бестмастер делал. Да, по-моему, розовый кружочек там загорался под тавером. Увидели, что... Ну, интересно, как не убили Дума. Там, видимо, какие-то стики помогли, и, может быть... А у него земля работала. То есть, возможно, не подрасчитал Рейген. Ну, там чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы его забрать. Вроде бы делали все максимально. Максимум дэмэджа нанесли, все равно не хватило. Инвокер забирает вышку, Урса забирает вышку. 1-1 по товарам становится счет. И продолжает у нас год идти давить. С фаржами, с двумя. Уже очень хороший левел имеет. Скоро 11-й поднимет. Готов даггер у Урсы. Есть ТП, если что, с собой. Так, и может врываться. 5-1, конечно, у нас спириты ведут по киллам. Но при этом такого прямо какого-то доминирования за ними нет. Преимущество совсем небольшое. Но вот сейчас врываются. Веспа сразу скастован. Рор Бестмастера, флай лопается. И надо уходить отсюда. Нет смысла здесь драться. Стоит Фурион, просто бьет крипов. Урса. Ультимейт, конечно, откатился. Прилетает Фурион. Дает вижен. Не знаю, зачем. Курица. А, курицу съели, да. Курицу съели, она была пустая, но тем не менее. Да, за курицу получили больше, чем за веспа даже. И нападать, конечно, на ВП не вариант. Они стоят всей толпой. Но вот убить курицу это вполне неплохое решение. Может быть, айсберга попытаться сейчас размотать? Ну, а Игис у него только сейчас закончился. Слита тяжело будет, если один только Джиггернаут будет его разматывать. Пошли каски. Думаю, нет маны. Так бы можно было задавить. Ну, нет, в итоге все. Урсы видят все прекрасно, что соперник отошел, Дум без маны, и просто оттягиваются. Не очень крутой отрезок для ВП получился. Они ничего не сделали снизу, они потеряли курьера, много золота отдали. И сейчас они... Нужно всем отходить, отхиливаться. Думу обязательно, иначе он так и останется бесполезным. В следующей драке. Ну да, сейчас отойдет, похилится. И по-прежнему год остается на нижней линии. Ему тут намазано, видимо, медом. Там релокейт, если что есть, надо быть аккуратнее. ФНГ, рор бы через 4 секунды. Подходит габлак, смок спадает. Вот он уль девса, запрыгивает урса. Есть клэп, есть висп, надо кого-то кричать. А чё толку, ты все равно умрешь. Да. Минус. Бестмастер. Ну да, не простил здесь. Вот этот хороший выход был, несмотря на то, что стоял кабан, у Урса есть блинк. И если бы она даже начала делать ТП, если Бестмастер начал делать ТП, Леончик бы успел, скорее всего, добежать. Поэтому здесь очень тяжелая ситуация. Да и Урса бы там размотала с руки. 6-2, 14-я минута. По-прежнему инвокер у нас доминирует по нетворсу, но уже не так уверенно. И три героя спирит дышат в спину. Джаггер немножечко просел и очень сильно проседает Бестмастер. Это сейчас вообще четвертая позиция. ФНГ вернулся на роль саппорта. А Алоха на хардлине. Можно было бы подумать так, если бы смотрели эту игру не сначала. Ну что, смоук от Virtus.pro. Попытка выйти в спину. Айсберг могут накричать, упрыгивать с даггера. Очень хорошая реакция. Спалил смоук, отпрыгнул с даггера. Догнать его, наверное, не получится. И все, да. Здесь вряд ли кого-то подцепит. Хотя вот шанс на виспа. На виспа можно выйти. Висп. Рор пошел. Подставился. Флай. Флай. Санстрайк. Флай. Одну секунду еще нужно ему жить. И лопается от Infernal Blade. Ну, здесь, конечно, спириты сами виноваты, что они увидели соперника, но не поверили, надо что пойдут вниз уходить, далеко. Вниз уходить к Т2, и тогда все нормально бы, наверное, было. Да там масса было вариантов. Но, с другой стороны, в очередной раз Висп. Это самый слабый герой. Из-за него дают меньше всего. И как разменная монета он неплох. Начинают там уже разминать тавер в миде. Мейлшторм готов у Фуриона. Да, он такой теперь более боевой получается. И опять осада этой вышки. Ну все, уже на этот раз-то спириты ее отдадут. Или нет? Леончик заходит. Блинка нет. 1500. Пошла ульта по всем. Леон. Касочки залетают. Какой стан хороший по двоим. Сгрызают. Очень быстро Вич-доктора. Ульт Фуриона залетает, года пытаются размять, будут спруты, спруты только через 4 секунды. Как же он тыкает по году, очень больно, Алоха отсюда вряд ли уйдет, но в любом случае на него можно просто поставить спруты, но Фурион ставит спруты на года, если досты, достов нет, погоня за Алохой. Есть досты и есть Зевс, которые светят, в итоге забирают инвокера и еще должны забирать Дума. Вот он, этот Дум, который кинул ультимейт.
Верхняя, да, минус. Верхняя минус. Это минус 3. Очень хорошая ответка от Team Spirit. 9-3 становится счет. Можно пройти по линии и забрать вышку. Можно пойти что-то отпушить. Вариантов масса. Да, Элидан уже с линзой и фармит себе вейл как раз. Ну, не стал ничего придумывать. Это уже такой стандартный билд. Очень много дает вейл на данной стадии. Аккуратнее надо быть ноуферу. Сейчас пойдет хотя бы каски кинуть. Может запрыгнуть айсберг и разломать его. Поинт-бустер имеется. Попытается сейчас собрать аганим, понятное дело. Выходить из любого контроля — это приятно. Да, БКБшка... Появляется Рошан. Появляется Рошан. Вот это очень неприятно, то, что Урса сейчас заряжена. Вот он висп. Начинает выхиливать. И айсберг. Ничего не тратит. Вообще ничего не тратит. Но все равно боятся. Аккуратничают. Не видит, где соперник. Фурион пошел на топ. У Фуриона там много крипов. Что ему делать? Он собирает айтем. 11 уровень имеется. Да, и у Зевса, кстати, тоже. Теперь у них ультимейты стали поопаснее. Ну да. Там... Если правильно скомбинить. Там разница существенная. Там между 225 и 350. Потому что хп, конечно, растут не так быстро. А этот дэмэдж, он заходит по всем. И у Фуриона тоже по всем. И тоже прирост хороший со вторым ультом. Плюс Леон практически дофармил себе блинк. Остается совсем немного. Остается зафармить, ну, вот этих вот фаржей. Конечно, вряд ли их убьет он. Но все равно хорошо. Смоук от Virtus.pro. Пенечки прошли мимо. Сейчас будет встреча. Айсберг нашли. Упрыгивает с дайгера. Накричали на габлока. Ульт Фуриона практически ФНГ здесь прикончил. В итоге затыкают Элидана. Он здесь больше дэмэджа не несет. Есть висп рядом. Неплохо бы его отсюда забрать. Отличный омни-слэш. Должны затыкать. В итоге релокейт от виспа просто в соло. Убегает отсюда айсберг. Приходит Фурион. Надо ломать хилинг-вард, иначе тут никак не справится. Пошел клэп. Алоха отсюда просто улетает. Пошла погоня за Йоку. Ну и передумал в итоге. Айсберг. Да, шикарная игра была от Габлака. Он не сразу среагировал на Бестмастера, но в конце успел скастовать Фингер и убил практически инвокера. Два ульта залетело, очень больно. Там Фурион вместе с Зевсом практически там похоронили. Там Фенга был фуловый, которого никто не ударил. Он просто получил два ультимейта, и у него осталось действительно на один удар. Ну что, заход на Рошана, нужно ломить сюда. Ты прекрасно понимаешь, что у тебя нет дума. А через 5 секунд появится Зевс. Зевс очень быстро, наверное, сократит дистанцию, вернется к Рошпиту. И нет, почему-то не хотят. Ну, не рискуют. Они и так сейчас впереди, они прекрасно понимают, что их преимущество пока что растет. К тому же Фурион вот так вот стянули всех вниз, Фурион ТПшится на топ. У Фуриона, кстати, проскочил он этот вот ключевой уровень, мы тут со Смайлом... Он мне объяснял, насколько большая разница между 11 и 12. Там очень много экспы нужно получить, но у Фуриона уже 13. Он может очень быстро получить все 16, и это еще больнее будет рассказ. И Зевсу тоже, конечно, экспа сейчас очень важна. Потому что если вот быстро получит... Стянул на себя Фурион внимание, и в это время Айсберг просто фармит Рошана. Есть здесь год, есть здесь ноуфир, даже имеется Дезвард, можно поставить, пошел Санстрайк. Фурион залетел на ноуфира, видит его, пошел Дезвард, но Фурион никуда просто уходит. Дезвард просто в никуда, на самом деле, пошли пеньки, запрыгнул-то, Аегис. Аегис до сих пор лежит, ворует его Фаник, минус Алоха в итоге, пытается уйти отсюда год, габлак, если хекс, ничего, нет, есть проты, год, скорее всего, здесь тоже погибнет, минус 3 на одного виспа, провальная драка для Virtus.pro, и шансы выйти в плей-офф прямо сейчас сквозь пальцы уходят у них. Какой там был мини-реведж от габлака по двоим героям, помешал взять Аегис, и вовремя Фаник сориентировался, забрал его из-под носа у соперника, да, и в итоге одного только виспа потеряли. А, еще и Рошана тоже забрали, получили за него голду. Ну, очень мощно. Сейчас я не знаю, как Virtus.pro будет отбиваться. Тут... ТП от Фуриона. Залетает на Йоку. Есть... Ну, там потом Фьюри. Релокейт. Зачем? Ну, просто прилетел. Просто прилетел висп сюда. Да, ну, можно спушить Т2. Инвокера еще 10 секунд нет. Пенечки тут имеются. Айсберг стоит. Знает то, что Аегис есть у Фуриона. Где-то подставиться лишний раз может. Поэтому он сейчас, наверное, и подставлялся. Ну да, с Аегисом. Он довольно плотный, его не так-то просто убить. У него и армора много, и хп, и ему в спид хороший, он убегает от тебя. Поэтому он ничего не боится. С Аегисом его дважды убить очень тяжело. Нападение на Урсу готовилось, но аккуратно уходит отсюда. И смог. Тут же прожимается смог. Фурион уже на топе. А куда? Куда начинает опять пойдет? Воровать на себя внимание. Возможно, пойдут на топ и пытаются забайтить на фурочи под Аегисом. Баунтируна для виспа.
Зевс немного просел по левелу. Леон уже чуть ли не обгоняет его Иллидан. Очень много там времени потратил. И, конечно, долго у него еще не будет третьего ультимейта. Но вот зато Фурион подбирается очень быстро. Нет, кстати, Фурион решили просто отправить наверх. Очень классно чувствует ситуацию Фаник. Прямо по таймингу уходит. Ну, видимо, запалил кого-то, потому что слишком быстро среагировал. Владмир у Алохи появляется. И опять хотят куда-то стянуться. Тут сейчас птица спалила всех, поэтому удивить никого не получится. Да, птица видит все. И айсберг просто выходит на тауэр. Аккуратнее надо быть году. Вот залетает сюда Фурион. Мог бы еще и релокейт. Фурион отменяет ТП. Летит. И вот он релокейт. И эскейпа нет. Просто подкопач. А тут оказывается габлак каким-то образом. Он уже пришел сюда и просто забирают года. Самого отфармленного героя, кстати, уже нет. Уже Джаггернаут обогнал. С БФчиком фармит быстро. Ну, хороший артефакт. Нужно отпушивать пеньков. Нужно прогрызать себе в спрутах дырки. Да. Но доминация очень жесткая от спиритов. Не знаю, тут надо прямо постараться ВП, чтобы перевернуть. Хотя у них есть шансы, у них есть бестмастер, это контроль карты. Это постоянно... Снова залетает Фурион. Фурион, пророс, Фаник. Могут на него рыкнуть, закрывается в итоге в спрутах, надо кабана хотя бы сломать, запрыгивает, айсберг, очень наглая игра, отличный, подкоп от габлака, здесь же висп, сожрут ли ФНГ, ФНГ успел крикнуть, все равно взрывается, залетает наперед, Фаник начинает разминать Алоху, Алоху пробить, конечно, очень трудно, что там у габлака, сейчас опять пойдет контроль, есть палец, минус, 3 в итоге, да, дропнули Эгиду, Йоку пытается уйти, Йоку скорее всего уйдет, хотя вот они спруты прогрызает, потом Фьюри запрыгивает, айсберг, Йоку сейчас может погибнуть, Йоку буквально тычки не хватает, да, конечно, далеко очень пошел, в итоге айсберг отдает тыщенку инвокеру, но файт все равно выигран определенно Team Spirit. Шикарная игра от Фаника, гайд по тому, как надо разменивать Аегис, просто ворвался и бить его нельзя, и не бить его тоже как-то не очень круто. В итоге он всю драку всех разминал на халяву практически. Да, преимущество перевалило уже за 10 тысяч. Мьёльнир появляется у Фуриона. Габлак имеет 11 уровень. Даггер есть. 2100 на руках также имеется. Не знаю, что это будет. Да, в идеале, конечно, собрать какой-то гоним, но он стоп вот это бум-бум-бум ляпать, но мы пополезнее. Ну, думаю, что для Ганима сейчас пока рановато. Можно какую-нибудь купить линзу там для увеличения радиуса. Ну, все что угодно. Масса вариантов. А вот Мьёльнир — это очень круто. На Урсу какую-то повесить под ультимейтом. Она там не будет терять ХП. При этом от нее будут отскакивать все эти молнии. Или Данчик у нас супермобильный. Ну, вот он как раз поднял себе тут необходимый левел. У него все уже гораздо лучше. И идут опять куда-то ВП. Ну, они идут без вижена. Вообще не понимают, куда идут. Птица вызвана только сейчас. Могут неплохо выйти. Но это опять же муф отчаяния. Ты понимаешь, что ты проигрываешь сейчас. Проигрываешь уже порядочно. 12 тысяч. Вот нульт от Тивса. Просто для просветки. Все понятно, кто где и так далее. Удивить не получится. Гост появился у Виспа. Теперь его и не так просто пробить. Какие дезварды вот эти и прочая гадость. Да, 20 на 7. Преимущество огромное. Выход, ну, нужно было сделать выход, они, конечно, его сделали, но не смогли никого найти, и Зевс в итоге просто просветил. Пытаются все еще играть в партизанские войны здесь. Мне кажется, всем нужно тогда какие-то тревела покупать и просто летать, пушить, просто затягивать игру. Пока что выиграть слишком тяжело. Пока нету БКБшек, а БКБшек я вообще ни на ком не вижу. Даже в перспективе. Ну, Джаггер, ладно, может быть и обойдется, но остальные-то герои нет. Ждут Фуриона на ботами, посмотри, там год вместе с Алошей закопались в пустыне. Да, вот они сидят, но а что? А если он не придет сюда? Если не придет, значит будут просто стоять. А он не приходит пока что, Фаник. Фаник пока эту игру читает очень круто. Ну, вот сейчас летит на ботом. Они отсюда ушли. Ну, возможно, только пеньков отправят. Да, он. А тут все... смоук. А тут смоук, Леон с Зевсом идут на поиск. Понимают, что есть палец, есть все. Вот он вейл. Йоку успевает поражать Фьюри. Будет ли погоня за ним? Два сейф ТП моментально имеется. Запрыгивает на Ноуфира. Ноуфира сгрызли. Алоха закрывает айсберга думом. Но этого мало. Не он просто заберет дум, его на релокете. Да. Да, ну в Урсу дума, это, конечно, неплохо иногда. ФНГ накричал на Иллидана. Начинают месить. Пошел санстрайк. Иллидан весь дэмэдж выдал, но. Этого не хватило. Это было очень больно. Под Мьёльниром. Пошел палец.
Ну, зарубили здесь, на самом деле, очень быстро. Вот он год, он рассыпается моментально. У Йоку нет, он не слэш, и вряд ли отсюда уйдет Алоха. Алоху тоже дотыкали в живых, только Джиггернаут. Начинается преследование. Габлак Даггер буквально через секунду прыгает. Есть хекс, будет еще и подкоп, скорее всего. Да, так и есть. Йоку тоже отправляется в таверну. В живых только резнувшийся уже Вич-Доктор. Но пока мы видим масс-файты определенно за Team Spirit. Жестко. Жестко сейчас сделали. На мой взгляд, не нужно давать Урсу этот Дум. Это не тот герой. Это все равно, что получается... Зевса как... надо давать. Надо давать в Зевса, но да. Зевс, как ты видишь, далеко был, поэтому безысходность была. Ну, просто это получается, как вот на Свена кидать, когда он уже все прокастовал. Он крикнул свой ультимейт, он уже раскастовался, убил Вич-Доктора и получил ульт. Ну, естественно, он будет убегать. Он в любом случае будет убегать, потому что позиция не очень хорошая, БКБшки нету, да и не планируется. Здесь Башарочек появляется. Да, или Данта уже себе поинт-бустер покупает. Фурион почти 16-й. Как же много дэмэджа залетает с ультимейтов. Там просто все рассыпаются. Остается только добить. Ультимейт, однако, эта молния с Мьёльнира выскочила, и все. И Урса врывается и топчет всю команду. Есть третий ультимейт у Фаника. Ну, вот сейчас будет очень больно. По такой игре даже Аганим неплохо зайдет. Ну, конечно, если там его как-то быстро купить, понятно, что на перспективу он здесь не очень. И, скорее всего, Фаник будет собирать себе уже полностью боевой билд, чтобы его не разваливали так быстро. Ну, он БКБшку собирает. Ну да. Ну, он, конечно, в прошлой драке с Омнислэш умер, но все равно против каких-то кастов поможет. Уже Габлак скоро 16-й получит такими темпами. И вот это вот очень неприятно, когда у Леона настолько маленький кулдаун, 40 секунд всего. Да. Первые некрочи появляются у Бестмастера. Как же поздно, 27-я минута после талонов, но это вообще не тайминги. Ну что, Virtus.pro, что вы будете делать? Здесь, может быть, даже стоило задуматься о блинке и врываться. Ой-ой-ой. Ворвались в ФНГ. Минус ФНГ, есть торнадо, неплохое, сбивает Вайсберг, надо просто уходить отсюда. Опять дум Вайсберга, флай. Сбивают флаю, релокейт. В гост уходит, летают каски, погибнет здесь, скорее всего, Айсберг, залетает сюда дум, пытается... Ой, извиняюсь, дум, конечно же, Фурион пытался замесить года, но в итоге минус 2. Минус 2 в исполнении Virtus.pro, неплохо. У дума появляется даггер. Ну, дум сейчас очень хорошо сбил именно релокейт виспу, не дал увести, и тем самым двоих забрали в размен на Бестмастера. Уже как-то переживают ультимейты. Там подхил Вич-Доктора, очень правильная раскачка от Ноуфира. Подхил на четверочку, если тебя сразу не убивают, там шансы выжить хорошие. И еще и за Габлаком. У Габлака уже форстав, но поднимают воздух. Здесь же Дум дает клэп и Габлак. Нет, все равно минус, да, там, конечно, Фурион в это время сплит-пушит ботом, но минус 3. Очень неплохо сейчас играно от Virtus.pro, довольно-таки много они отыгрывают, я уверен, по графикам. Да, 3 с лишним тысячи. Падает в копилку. Хорошая оборона. И у Фуриона появляется не БКБ, это Dragon Lens. Интересный выбор, на самом деле. Такой, далеко стою, там больно бью, кастую. Выбор от Фаника необычный. Ну, мне кажется, БКБ как-то ярче здесь смотрелось. Ну, может быть, он еще соберет, там не так много денег он потратил в этот квотерстав. С другой стороны, куда теперь его девать, не в бабочку же выходить. А больше... Ворчит. Ну, поздновато уже. Здесь уже скорее хекс надо. Потому что сейчас появятся всякие артефакты, всякие манты, БКБшки. И уже этот орчит будет действовать там только на часть героев. Думаю, что скорее он этот Dragon Lens в БКБ загрейдит, а эту штуку вообще продаст там или выкинет. Ну вот у Джаггера уже есть манта стайл, поэтому не особо. Появляется Рошан. Сырный. Запрыгивает айсберг. 2600 на руках. Птичка ну. Есть, вот он висп, прожимается мом. Айсберг да. Не чувствует, конечно, Рошан, просто его тут разносят. Хотя вот заход от Джиггернаута. Но у Джиггернаута нету блинка, он быстро ворваться не сможет. Не-не, Рошан уже падает. Торнадо. А Егис своровал инвокер. Он и Рошана забрал. Год очень сейчас круто сыграл, должны его забирать, хотя живет, Хельгар. Живет. Дум на Айсберга, Флай может лопнуть очень быстро, залетает сюда ульт Фурион, Айсберг может погибнуть, Сомни Слэша, погибает Сомни Слэша, Флай тоже еле живой, пока работает Гост, Гост заканчивается, минус Висп, и будет погоня, я думаю, дальше, Алоха бежит, но кого здесь достать? На самом деле просто надо смещаться на ботом и пытаться запушить. Фурион отвалился, минус Фаник, игра паузится, слушай, так можно и закинуть, 3000.
Ну, я бы даже не сказал, что это они закинули. Это год сделал совершенно суицидальный какой-то мув, зашел на Рошана, но он добил Рошана, он забрал Аегис. Ну, на самом деле, ты же Торнадо можешь сбросить? Ультимейтом моментально. Чем? Ультимейтом Урса? Да. Я не знаю. Я скажу честно. Ну, вообще, по-моему, можешь, насколько я знаю. Он уже сбрасывал. То есть ты должен был моментально сбрасывать и готовиться к пришествию года. Ну, год сбросил быстрее Рошана со скалы и забрал из него Аегис. Да, вот это сейчас очень серьезный мув, потому что разом они отыгрывают очень много и морально очень такой серьезный получают подъем. Да, и по Торнадо, золоту. Санстрайк, Габлак или живой год. Буквально тычки не хватает, смотри, уходит Габлак на 80 хп. Да, там Йоку уже на хосте. Да, конечно, если бы год туда запрыгнул, ничего не сделал, мы бы сказали, что это вообще, что это за мув, и это был бы слив, ну, потому что после этого вернуться было бы очень тяжело. Но, по сути, нужно было что-то такое сделать, потому что шансов выиграть было не так много. Йоку. Йоку подставляется. Пошел Хекс, пошел стан, пошел Фингер. Минус Йоку. 70 секунд. Байбек у него имеется. Может быть, имеет смысл за это время пытаться подпушить и пытаться развести на байбек. Я понимаю, то, что там инвокер, все дела, есть чем пооткидываться, но тем не менее. Ну, неплохо было бы на байбек развести, там Фурион давит пока по верхней линии. Но, как я вижу, не особо этим спирит куда-то рвутся. Они так тоже выбрали стратегию не торопиться. Ну, вот здесь нужно уже Урсе думать о каком-то, может быть, блэкинг-баре. С другой стороны, ее контрят думом постоянно и омни-слэшем, поэтому БКБ не линку? Очень поможет. Может быть, линку, действительно. Ну, что-то защитное ей нужно, потому что ее слишком жестко уничтожают. Да, Фурион у нас Мифрилхаммер купил, и уже 2000 имеет сверху. Посмотрим, что доделает. Пока что похоже на БКБшку. Здесь так, же инвокер. Ну, такое он издалека закидывал, там в любом случае не атаковал его. Госкипетр появляется у Леона. Очень много денег у Леона. Просто самый богатый из саппортов. Ну, как из саппортов? Самый богатый из саппортов Doom, просто бестмастер у нас 6000 имеет всего-навсего. Нужно копить на блинк. Я думаю, что ФНГ именно в это и выходят. Да, ну смотрим, как будет развиваться. Эта карта, что Фуриончик заимел Блэкинг Бар, но при этом Драгон Лэнс он не разобрал. Не, ну он, наверное, разобрал, просто продал эту штуку. Не-не, Драгон Лэнс у него до сих пор в инвентаре. А, привет. Да, действительно, в инвентаре. Значит, попозже. Ну, или пока оставят. Ну, в любом случае, конечно, в лейтгейме это уже не так будет помогать. Но если они собираются сейчас подпушивать, Dragon Lance это очень хорошо. Просто против таких героев, как именно Джаггер, Бестмастер, которые там все преграды ломают и очень быстро до тебя добираются в лейтгейме, мне кажется, не очень крутой арт. Ну, пока что оставляет. На необычный выбор. Фаник. 18 уровень, Мьёльнир, очень хороший КДА, 14-1-15. Ну, с другой стороны, сейчас ассисты начисляются таким образом, что ну, за Фуриона тяжело их не зафармить. Ну, вообще, да. Там залетает ульта, и все. Джиггернаут покупает блинк. Ну, вот как раз о чем речь, что этот Dragon Lance не факт, что поможет, потому что блинк у Джиггернаута, он должен первым нападать. Или Дану очень сильно не хватает какой-то мобильности или эскейпа легкого, потому что... Ну, у него травела, это круто, но у него нету ничего на... Да, вот у нас... На что-то. Ну, блинк там, чтобы как-то выбрать позицию. Или форстав, если... Поправочка от нашего аналитика. НС говорит, что Урса все, что угодно может скинуть, включая Торнадо. Ну, точнее, не поправочка, а даже уточнение. Уточнение, то есть, да. Да, ты был абсолютно прав. И... Фейл! От Лидана. Ой, от, конечно, от Айсберга. Неважно, фейл от Иллидана. Фейл от Иллидана. Не прожал Иллидан накосячил. Не прожал БКБ, не прожал ульт. БКБ Иллидан нет? Уволен. Не собрал БКБ для начала? Собрал БКБ, и сейчас самое время. И, кстати, БКБ здесь посмотрим, как зайдет. Потому что его пока что убивали теми спылами, которые игнорируют. Как бы команда Virtus.pro, она заранее подготовилась к тому, что Урса соберет БКБ так морально. И изначально играла так, как будто оно есть. Ну, посмотрим сейчас, насколько поможет. На самом деле, артефакт... Тут смог от Virtus.pro, они... Так, сыр отдали. Пытаются найти Фаника, и они, возможно, даже Фаника найдут. Ну, на хайграунде, наверное, забирать не будут, слишком рисково. Все-таки релокейт может быть от Виспа с Урсой.
Да. Пока игра при этом... приостановилась очень сильно. Вот с момента стычки на Рошана больше ничего не происходит. Порядка 6 минут прошло. Ну, для Зевса не очень приятная стадия, когда он вот так вот просел по левелу, он сейчас, ну, не наносит так много дэмджа. Ему бы, конечно, пораньше получить свой 16-й, но теперь ему остается только выходить уже в такие суровые лейт-артефакты, потому что даже в глубоком лейт-гейме он наносит дэмджи нормально. Там только ждать, когда заканчивается иммунитет магический, которого, кстати говоря, ну, вот обрастают. Хотел сказать, что почти нет, но уже у трех героев он есть. Блэйд Фьюри Джаггера и два БКБ. Так что... Или ТП от Фуриона. Алоша должен ходить с Даггера. Уходит с Даггера. Есть спруты. А нету топорика. И тут релокейт запрыгивает на голову Мурса и съел его. Съели Алошу. Сейчас еще и съест Некрачей, скорее всего. Да, ну тут помог бы только топорик, который срубает Урсу, потому что она с блинком никуда не отпускала. Но нужно задуматься о том, что действительно с прутами что-то надо делать. Вообще... Там на топе, кстати, погоня. За виспом? Да, он... висп. Ну, размен получился. Висп, конечно, чуть менее ценен, чем Дум. Ну, более-менее. Может быть, не стоит покупать масс-топорики, все-таки это довольно ущербный артефакт. Может быть, стоит купить какой-нибудь форстаф там. Ну, что-то, что ломает. Battle Fury на всех. Battle Fury — это сильно, конечно, на Думе с его там, скоростью атаки, с его ролью в этой игре. Но было бы и то интересно. Нажимаешь землю и пошел. FNG 09 тем временем, но он добрался до блинка все-таки. И сейчас он опасен. Под Sunstrike Invoker'а. Пусть пока и первый некра, но в перспективе это могут быть третий некра. Скорее всего, и будут. Если у нас игра затянется. Но на самом деле, вот как FNG не умирает, как у него все неплохо, есть герой, у которого все реально хуже. Это Зевс. Я не понимаю, почему, но Иллидан вроде неплохой КДА, но он действительно по левелу просел нереально и не может сейчас нафармить. Слушай, Зевсу не все ли равно? Да, 16-го, конечно, нет. Накричали на Иллидана. Пошел метеор. Ну, вот сейчас, конечно, все плохо у Зевса. Вот в этот момент у него все плохо. До этого все было довольно-таки терпимо, скажем так. Ну вот просто Бестмастер как бы ему показал, насколько он сейчас становится эффективен. И при этом сам Зевс, он... Да, у него нету достаточно плотности какой-то. Да, и плюс Иллидан как-то... Даже не знаю, такое ощущение, что он немножечко потерялся в этой игре. Ну... Посмотрим, что будет дальше. Висп у нас с сыром бегает, готов подхиливать Урсу, которую будут гнобить. Уничтожать. Теперь в нее точно нужно вообще все закидывать. ДМС нам поправляет еще, говорит, алибарду не скидывает. Насколько я знаю, еще дизарм от Оракла не скидывает Урса. Забавно. Не ошибаюсь. То есть довольно дешевый такой дебаф, но... Ну да, медведи им контрят постоянно. То есть, насколько я помню, возможно, и опять же не прав, но насколько я помню, это так. Где? Где у нас? Хотя, возможно, выйдет скоро патч-нот, в котором скажут, что по фикшн баг, что алибарда и дизар Моракла не скидывались. Что-то типа того. Но пока что это пока работает ты, так. Пока что это фича. Пока что это фича. Ну что, игра у нас очень сильно успокоилась. Все довольно-таки хорошо. У той и другой команды они фармят. Не, ну чуть лучше бараки стоят. Дела идут у Virtus.pro. Они отыграли уже порядка, наверное, 8 тысяч. Это очень много, я бы сказал. Ну, скорее, да, по перспективам. У них действительно, если 10 минут назад мы там смотрели и не понимали, как они вообще играть будут, они не могли себя найти. Но после врыва года на Рошана все изменилось. И они прямо заиграли. Новая эра? Прямо, да, вот с этого момента, запомните... Что-то будет. Вот эта торнадо запустила новую эру. Да. И своровал Аегис. То есть как бы в нее зашел, как в дверь. Он не своровал. Он добил Рошана. Это был его Аегис. По праву. Законно забранный Аегис. Ну да. Так, видит Леона. Леон сейчас будет убивать птицу. Но нужно бежать ему. Не, он не убежал. Ой, Йоку. Замахивался он мне слэшем, но не получилось. Хватило реакции. И Урса прыгает на Джаггера. Накричали. Нет, это есть Дум. Айсберг стоит под Думом. Пошел Санстрайк. Санстрайк. Пол ХП Урса слетело. Фаник под Дезвардом стоит. Слишком больно ему. Минус Фаник. Но Уфир до сих пор стоит. Уже минус 3 у Team Spirit. Продолжается погоня. Находит еще Иллидана. Минус 4. Байбек есть только у Зевса. 70 секунд. Не будет Урсы. И можно спокойно двигаться в сторону хайграунда. Да, Айсберг, конечно, психанул. Но и в итоге мы видим, что этот...
Даггер на ФНГ очень сильно зарешал. Если бы не этот Рор, то, скорее всего, сгрызли бы Дума. А сгрызли бы Дума, Урса бы продолжил свое грязное деяние медведя и продолжал бы рвать и метать. Да, и БКБшечка вообще никак не помогла ни против чего. Там Джиггернаут здорово развалил. С другой стороны, правильно все делал. Если тебе так страшен Дум, нужно его в первую очередь убить. Но не хватило урона. Минус три героя и ломают базу, а дефиться особо нечем. Сейчас поставится Healing Ward в скором времени, пока Voodoo Restoration все это дело спасает. Минус оранжевый барак, можно переключаться куда-то на бодом. Йоку получает палец, живой. Живой, погибает в итоге Габлак. Healing Ward как раз таки откатился, ставится. Сейчас все будут фуловыми, включая Года. Ну и переключаются на очередной барак. В любом случае 14 секунд до Урцы, 13 секунд до Фуриона. Да, есть время. Особенно если Зевса сейчас поймать, и его ловят, и нужно забирать Иллидана, и тогда это будет... ГГ, скорее всего. Фактически, да, третью сторону сломать не смогут быстро. Год, может погибнуть, год. Затыкают и затыкали. 90 секунд его не будет, но Йоку допилил две стороны, и можно спокойно отходить. Там еще Алоха может, кстати, погибнуть. Фаник залетел, но Уфира пытается замесить, переключается на Йоку. Йоку в хиксе, Йоку тоже можно съесть. Йоку, Манта Стайл, Фьюри пытается уйти. Если по нему Vision, Фурион не смог сделать тычку, поэтому получается сделать Даггераут отсюда Джиггернауту. Айсберг продолжает преследование, должен прыгать в догонку, прыгает. Байбек от Вичдоктора, зачем, правда, непонятно, летит Фурион наперед. Икса у него еще нет, запрыгивает с Даггера, очередной Даггераут от Йоку. Йоку бежит, спасается, беги, Йоку. И Габлак тоже беги. Сейчас... Ну, Зевса нет. Да, ставится Healing Ward. Нереально добить. Рошан появляется. Байбек тут же от Дума. И нужно байбэк очень... Байбек из Инвокера. Не хотят отдавать Аегис ни в коем случае. Появляется рефрешер у Инвокера. Ой-ой-ой, летит на птичку. Год здесь. Отличный бласт. Пошел Санстрайк. Айсберг здесь может просто погибнуть. Айсберга сейчас просто зарубит. Омнислэш уже потрачен. Айсберг еле живой. Зарубит. В итоге Айсберг с помощью Манта Стайла. Минус Айсберг. Он с Аегисом. Живет пока. Габлак. Voodoo Restoration работает. Год стоит Ice Wall. Fly. Все это время находится на хайграунде. Решили его все-таки затыкать. Минус Урса. Фурион делает байбек. Но зачем? Подпушить он ничего не может. Хотя, возможно, догадывается, то, что без байбека здесь не обойтись. И все равно придется его делать. Да, возможно, сейчас еще и Урсе придется байбекаться. Но сейчас спасло ситуацию то, что успели забрать Рошана. И забрал Урса Аегис. И этим они как-то выиграли хотя бы какое-то время и не дали Аегис сопернику. Если бы опять у нас по прошлому сценарию все происходило, сейчас бы ВП без проблем закончили. Но даже так преимущество у них огромное. И все, что им остается, это пройти по последней стороне. Урс сохраняет пока что байбек. Скорее всего, успеет здесь. 50 секунд осталось. Потянут время, если хотя бы немножечко. То должна успеть. Ну, трудно потянуть время-то будет. Есть ли там фортификейшн? Давай посмотрим. Форты нет. Крипы уже осыпались. Сейчас подойдет пак. Ну, допустим, останется 20 секунд после этого тавера. Тяжеловато будет. На самом деле будет тяжеловато. И Фуриону никуда не полететь, потому что все линии без бараков, кроме вот как раз этой линии. Есть Манта Стайл. 20 секунд. Пошли пеньки, торнадо наперед, Йоку под Алакрити, пошел Санстрайк, не знаю куда, разминают, ФНГ запрыгнул, рыкнул Фаником, можно пройти, он не слышал, он в КД еще 15 секунд, и аккуратнее надо быть, Урса сейчас ресница, Урса сейчас ресница, отходит, Фаник запрыгивает, очень нагло, есть ТП от Урсы, Года, Хекс, Год под Алакрити, очень больно, Айсберг запрыгнул, есть Висп, сжирают Года, он без байбека, если что, 102 секунды. Уходить надо отсюда Йоку, но Уфир, понятно, уже не отпустит. Нет никаких эскейпов. Пошел Хекс, пошел Клэп, минус Ноуфир. Надо идти ва-банк, я считаю. Фаник, конечно, ну мужик оторвался. Там релокейт, будет ли прыгать Айсберг? Айсберг, Даггер имеется, запрыгнул на Алоху, проходит бар. Здесь же Фурион, Фаник еле живой, но продолжает биться. Алоха прожал Блэкинг бар, подходит сюда Йоку. Есть ульта у Урса еще. Включается ульта, бегут за Думом. Но нельзя, блин, кануться. Раскаст от Зевса. Как же больно. Сбивает Линку. Ману Дрейн, но это бессмысленно. Наоборот, надо было делать. Сначала Ману Дрейн. Возможно, ты прав, но ты же не профессиональный игрок. Но, скорее всего, не ожидал появления этой Линки, потому что, по-моему, до этого она еще ни разу не сбивалась. И у нас была настолько сумбурная драка, что просто не успел прокликать Габлак. Да, отбиваются, но инвокер, скорее всего, успеет реснуться. Ну, вообще, попахивает этим, да. Урса, что там есть? Урсы 3000. Ей тоже нужен какой-то хекс, наверное. Я не знаю, что еще собирать. Можно линку, конечно, чтобы тебя думом никак не контрили. Ну, это хороший вариант, как по мне. Да, Иллидан до сих пор не может превратить
свой соул-бустер. В воду в вино? В воду в вино. Да это Иллидан, наверное, может превратить. А вот соул-бустер в Октарин действительно как-то никак. Пока не идет. Ну, очень долго. Ну, тяжелая ситуация у Зевса. У него, конечно, супер-руна сейчас, но она ему не особо поможет, если он пойдет под Дум или... Ну, по графикам, как мы видим, тут все вообще... Качели? Можно сказать, что по графикам их можно даже не смотреть, потому что эти 6 тысяч — это очень мало. Гораздо больше решают байбеки и две снесенные стороны. Айсберг покупает ультимейт орб. Это... Хекс, скорее всего. Либо линка, либо хекс. Либо линка, либо хекс. Ну, контролить кого? Вообще, БКБ появилось у Дума, поэтому хекс менее актуален. Линка, наверное, поярче смотрится. Ну да, им хватает дизейблов. Есть хекс у Фуриона. Есть Эбисал, в конце концов. За Эбисал там дэмэджа залетает много. Но вот проблема в том, что Урсу контрят. И ведь самое неприятное то, что она под Думом не может скастовать свой ультимейт. То есть БКБ это то, что она... Слушай, не может это был бы это... не Дум, если бы она могла скастовать свой ультимейт. Так ну, нечестно. Ну да, но если ее там чем-то застанет просто, она ультимейт свой все равно даст. Если там залетит какой-нибудь неприятный спелл, можно будет его втанчить. Но вот как раз-таки под Думом этого сделать нельзя. И поэтому ее разрывает Джаггер. Если Дума не будет, ультимейт и Джаггер с Омнислэша не нанесет такого дэмэджа. Лютого. Окружают Virtus.pro со всех сторон. Уже боятся они заходить по этой третьей стороне, как-то их слишком жестко размотали. Но интересно, что планирует Team Spirit. Я вижу смоук, но Урса с Виспом и Фурион могут прилететь в драку и так, без особой какой-то... Нужно идти Зевсу или Леону, получается? Нет, ну они... это жестко. Пока там Фурион прилетит, уже размотать могут. Ну, возможно. Но тоже какое-то время кастуется. Скорее всего, им просто некуда идти, потому что все линии подпушены, и они даже понятия не имеют, куда им выходить. А там еще и гем. Да, вот Зевсу приходится вот к таким темам прибегать, просто кастовать ультимейт. Теперь его нет. Заскаутили, конечно. Ох, какая напряженная каточка. Да, вот тебе и пожалуйста, вот тебе и можно проиграть. Спириты что-то вообще не настроены, они борются до конца. Ну и Virtus.pro тоже. Virtus.pro-то понятно, за что они борются у них. Врыв на годы сейчас может быть. Хекс, пошел. Вот. Кстати, он без байбека. Он без байбека. Год погибает. 95 секунд. 95 секунд. Но здесь будет еще стычка. Лоха подходит. Нужно затыкать айсберга. Будет ли он затыкать айсберга на Лоху? Накричали. Куда же он идет? Иллидан. Заткнул все-таки Думом. Заткнул Иллидана. Улетает отсюда Вист. Под блэкинг баром носится айсберг. Дезвард начинает грызаться в него. Как же ему больно. Некрочи тоже грызаются. Палец от габлака. Минус моментально. Есть подкоп, но Урсы уже нет. Есть байбек от Зевса. А что здесь делает Фаник? Фаник все еще жив. С нажатым блэкинг баром. Что ж ты здесь делаешь, братан? У тебя все равно нет байбека. Фаник все еще жив. Он просто остался в этой драке. Такое ощущение, что его до поры до времени не замечали. Нету байбека у Фаника. Но и у Инвокера тоже нет байбеков. Урса и Зевс потратили байбек. Октарина в этой игре не будет еще очень долго. Да, мне кажется, он не собирается его собирать. Мне, говорит, нужен только соул-бустер. Возможно. Зато у Леона уже появляется Этериал. Это и против Джаггера защита, потому что там может закончиться диффуз. Ну и главным образом это, конечно, супер жесткий нюк, который будет минусовать. Ну, надо скипетр собрать. Да. Прикольно, если бы скипетр еще работал на Эзерил, он тоже там в астрал пачками закидывал. Это слишком жестко. Да, это, наверное, было даже... Вижу керри Леона в каждой катке. Я уже даже скажу, что это, наверное, был пожестче Аганима нынешнего, потому что, ну, как бы это Астрал очень сильно решает, как именно саппорт скилл, там, кого-то закинуть, или врагов и не дать им бить, или своих союзников не дать наносить дэмэдж. А Урсы тоже байбек. Хорошее решение было кинуть Дум на этот раз в Зевса, не дать ему кастовать, потому что Урса уже там все свое прокастовало. Так, ну и сейчас у Фаника байбек появился, кстати. Так. Неплохо, но он уже... Может быть, в следующей драке зарешает. В следующей драке может. В этой он уже, я думаю, не пригодится в ближайшее время. Реснулся Инвокер. У Инвокера, кстати, уже тоже есть байбек, поэтому в следующей драке... Ой, Торнадо. Тут вряд ли будет какое-то продолжение. А вот в медле какого-то Йоку подстричь можно было бы, но нет. Пока этого не происходит. Да, по-прежнему напомню, что две стороны потеряли Спирит, и они играют с двух сторон все это время, но... Как-то игра выровнялась вот в последнюю, предпоследнюю атаку. Запытались добить, сделать мега крипов ВП.
Очень нужны линкин, очень нужны вообще артефакты спиритом. А что вот ВП нужно? Третий некраф, урстав, блинку, бестмастера. Вич-доктору не помешало рефрешер бы... Рефрешер ему нужен, бестмастеру, определенно. Да, это рефрешер Думу нужен. Дум пока что выходит в нечто другое. Ну, у Дум, если купит рефрешер, у него по мане будет какая-то просадка, поэтому он решает купить себе сначала Шиву, судя по всему. А потом уже... продать, собрать арканчики, все будет хорошо. Грейвзы какие-нибудь. Мека Грейвзы. Есть? Меки нет. Меки нет. Вот. Собрать некуда. Собрать грейвзы. Арканчики, грейвзы. Дорого, конечно, но вообще бы и нет. Ну, против Зевса просто очень хорошо заходят грейвзы. Ты там всех... Как раз Зевс, Фурион раскастовались, у тебя все равномерно биты, и ты их захиливаешь. Очень эффективно. ТП от Фуриона, куда ж ты, Фаник? Нападение на Иллидана, Иллидану очень больно, стирают Иллидана, байбека нет. Но размениваются на Бестмастера, Дум пошел в Урсу, ставится Дезвард, Айсберг. А там заткнули Айсберг, Айсберг сейчас погибает, у него нет байбека, догоняет его Йоку, минус. Айсберг, 120 секунд его не будет, крипы рядом, можно заходить на хайграунд, Т2 больше нет, ждут еще Виспа, который сюда залетит, ставится Айсвол, подходит Некрачи, привет, Флай, нажимает как ГОСТ, где же диффуза-то? Вот они, диффуза, минус Флай. В итоге, скорее всего, мы увидим надпись «Good game, well played», потому что бодаться здесь нечем. Да, только чудо может спасти Team Spirit, ну и если Virtus.pro сильно ошибутся при этом. Потому что Virtus.pro просто идут в трон. Кекс. Дэмэджа нет, не хватает. На паника, на развороте. Ой, как больно Алохе. Ну а толку? Работает Voodoo Restoration, вот он габлак, габлак, рефрешер от года, бласт, фаник или живой, еще одна тычка, минус 5. Good game, пишет Айсберг. Good game, well played. С трудом, но Virtus.pro все-таки зарабатывают себе статистику 8-6 и теперь имеют шансы три команды у нас. Vega, NoDigity и Virtus.pro с одинаковой статистикой претендуют на два оставшихся места. Напомню, что OG приглашены напрямую, и Na'Vi на первом месте идут безоговорочно в групповом зачете. Не знаю, как, по каким там параметрам будет приниматься решение. Да, к сожалению, не разобрались мы, или мы вообще не в курсе правил, потому что мы сидели тут с Филатом, и он тоже сказал, что там организаторы сказали, что у них все будет под контролем, даже если будет 5 команд с одинаковой статистикой. Ну, увидим в скором времени контроль. Я думаю, что в наших твиттерах и пабликах все появится, как только организаторы это обнародуют. Что ж, на сегодня все. В принципе, можно сказать, то, что онлайн-часть Dream League подошла к концу. Да, на протяжении, по-моему, 4 недель мы ее комментировали, или 3. Продолжение ее будет в мае. Это уже будут LAN-финалы, если не ошибаюсь. Да. Да. Ну, сегодня для вас работали God Hunt, Maelstrom. Это еще не конец доты. Сегодня в 5 утра, если не ошибаюсь, по сет вас ждет продолжение. Ну, это такое же, можно сказать, будет некое завтра. Вас ждет то, ну, главное событие этих выходных, наверное, этого уикенда. Это ESL One Manila. Как бы мини-манильский мейджор его уже называют. Очень много интересных команд. И в течение вот 3 дней мы будем для вас его радовать. Комментировать. Да, сегодня утром стартует Вилат и Версута. Потом мы продолжим с Майлом днем. Так что мы с вами прощаемся совсем ненадолго. До скорых встреч на каналах Рухаба. Пока. С 12 по 15 мая в Москве состоится крупнейший в России международный турнир по Dota 2 с призовым фондом в 500 тысяч долларов. Самое время выбирать билет. Помимо удобных кресел и уютной атмосферы Крокус Сити Холла, все категории билетов включают в себе разнообразные плюшки.